Vambora. Два антрикота по-бретонски, буйабес и конфи. Где мой кролик? Здесь, моя крольчиха. Так, где шеф? Шеф занят. Готовит новое меню. Привезла? Платье забрала. Покажи. А до свадьбы нельзя. На, вот возьми, пожалуйста. Отнеси, только аккуратно, не разбей. Мои руки как швейцарский банк. Медузу мне в рот. Шеф опять бухал всю ночь. Доброе утро, кунсткамера. Доброе утро, шеф! Шеф, там гость за седьмым столиком просил подогреть салат с осьминогом. Этот салат подается холодным. Я знаю, но он просил сделать его горячим. Он в Египте так ел. Убери ты эту гадость. Настя! О. Настя, где салат? Витя, если гость хочет горячий салат, ты подогреешь ему салат. Витя, давай быстрее. Сейчас. Подогреем. Горячий салат – не вопрос. Шеф, это не тот столик. Ты же сказал, за седьмым столиком. Седьмой вон тот. Опять чаевых нет? Кость, дай салфетки. Закончились. Нужно на склад сходить. Что, может, вместе сходим? Совсем, что ли? Настя, мы с тобой вообще-то уже 2 месяца на склад не ходили. Ни здесь, ни дома. К российским новостям. Сегодня в Москву с рабочим визитом прибыла недавно избранный президент Франции Жаклин Бинар. В ходе визита планируется встреча с президентом России для обсуждения строительства российского газопровода «Северный поток» по территории Франции. Ты что устроил? Я устроил? Ты лучше за своими халдеями следи. Не могут разобраться, за каким столиком у них гость сидит. Акула! Бешеная! Где?
Все, попалась. Где моя треска по перенде на Киева? Готова уже. Забирай. Айнура, раз, два, три. Где она? Вот они, чудеса кулинарии, прошу. Бывает, бывает, бывает. Не дожарили. Секунду, секунду. Костян, Костян, не спи. Чего он орёт? Иди сюда, Степан. Держи, дядя Максим. Костян, он меня пометил. Привыкай к семейной жизни. Спан. Вот только эта штука ему и помогает. Слушай, вот ради этого люди женятся, ради пятен на футболке, визга и недосыпа. Не тупи. Семья – это самое прекрасное, что может быть. А дети – это самое чудесное, это… Степан, ты что, опять навалил? Костян, все нормально? Нет, ничего не нормально, Макс! Это все вранье, это неправда, понимаешь? Семья – это самое ужасное, что может быть. Я не спал… Я год не спал! Ты представляешь, что такое не спать год? Нет? А секс? Я забыл, что такое секс. В нашей семье грудь видит только он. Дальше будет еще хуже. Витюша, Витюля. Я тебе сейчас такое скажу. Упырами покроешься. Ты знаешь, ты сейчас в Москве с визитом французская президентша. Баба их новая. Ну? Аранкина. Мне сказали, что у нее с нашим. Договоренность на импровизированный ужин. Ну? Можно сделать так, что этот ужин пройдет, внимание, в нашем ресторане. Да, да. Можешь представить, как рванет, а? Ты на золотой карете будешь сюда подъезжать. Вся элита будет к нам бежать копытами стуча. Да ладно. А когда? В эту субботу. Суббота нереально. У нас свадьба Виктории Сергеевны и Агуска. Ты что, дурак? Нет. Макс. Давай. Давай откажем. Это твой шанс соскочить с крючка. Витя. Что стоишь? Беги. Шеф, я как раз хотел с вами поговорить. Мы с Викой решили перенести свадьбу. Красавчик. Я вообще по опыту знаю. Свадьба сорвалась. Жизнь удалась. Не торопись. Ну да. Как это перенести? Мне Вика ничего не сказала. Я пойду. Слушай, Вик. О.
А я как раз думала, куда твоих бабушку с дедушкой посадить. Посмотри, как думаешь, вот здесь нормально будет? Ну, в принципе, удобно. Нам не важно, где сидеть. Главное, это для нас такой праздник мог бы быть. И ради такого человека я воевал. В принципе, да. Хорошо тут будет, Вик. Согласны ли вы, Гончарова Виктория, взять в законные мужья Лаврова Максима? Согласна. А вы, Лавров Максим, согласны взять законные жены Гончарову Викторию? Ну так нам ехать или нет? Согласен. Я так счастлива. Спасибо тебе. Слушай, я же совсем забыл. Дела. Мне же надо... Ты куда? Не могу сказать. Это сюрприз. Максимушка! Дурак. Дмитрий Владимирович, понимаете, я там кое-что перепутал. Короче, мы никак свадьбу перенести не можем. Поехали со мной. Все, приехали. Иди. Куда? Вон. Видишь, окно горит. Не спит, наверное, работает. Бдит за всех за нас. Стучись. Сядь к нему в галеру. Здрасте, свадьба у меня. Не могу отменить. Вы-то свои мелкие государственные делишки перенесете. Давай. Тебе кое-что сказать. Давай завтра. Я так устала. Вик. Nobody said it was fair. Черт! Салат гран несуаз. Фуа-гра со смородиновым джемом. Буябес атлантик. Утиные ножки конфи. Телятина по-бургундски. И на десерт миндальный торт. Золотое сечение французской кухни. Завтра у нас в гостях президенты России и Франции. Прям сам? Прям наш? Да, Левочка, да. Витя, что происходит? В данный момент жарю себе яичницу. Макс, ты представляешь, вместо нашей свадьбы будет ужин президентов. Какой ужин? Шеф, вы вообще что ли? Вик, понимаешь, ну так бывает, все решается на другом уровне. Ничего страшного. Ничего страшного. Макс, ты слышишь? Как это ничего страшного? Да, как это ничего страшного? Вить, ну ты же знаешь, как долго мы готовились. Да, мы очень долго готовились. Вик, ну всякое бывает.
Ну, перенесем, отпразднуем на следующую неделю. Да, с другой стороны. Может, ничего и страшного? Чего торопиться? Макс, ты вообще себя слышишь? А как быть со всеми родственниками? С ЗАГСом? Так, все. Я звоню Нагиеву. Вик, да расслабься. Расслабься? Это тебе нужно немножечко напрячься. Такое ощущение, что я живу с ребенком. Стоп. Что за идиотизм, а? Идиотизм? То есть, по-твоему, я идиотка? А что ты кричишь? Ты можешь нормально разговаривать? Я не могу нормально разговаривать. Почему ты нормально не можешь разговаривать? Я задолбалась. Я с тобой нормально разговариваю. Я задолбалась твоим удовольствием. Что ты задолбалась? А я не задолбался. Вика, я должен тебе кое в чем признаться. Пойми меня и прости. Я люблю Леву. Тогда и ты слушай. Я изменила тебе два раза с Айнурой. Вот там, возле мусорки. Money is the power. Power is the money. Money is the power. Power is the money. Как ты можешь так бездарно исполнять мою любимую песню? Все, я звоню Нагиеву. Прекрасно. Свадьба отменяется. Ура! Как отменяется? Я вам сделаю тортики. Я хотел, чтобы вы выбрали. Максим, ну как тебе? Тебе как? Да, Глазик, ты превзошел самого себя. Весь в соплях постирать можно? Дима. Познакомьтесь. Начальник службы протокола французской стороны Николя Дюпон. Боже, боже. У меня портфель был Дюпон. Не ваш родственник. Ну, не портфель, естественно. Он не понимает по-русски. А вы, повторю, насколько я знаю, владеете французским. Максим! Пардон. Это лишнее. Тони. Поскольку ресторан французский, мы поручили подготовку ужина нашим коллегам, да, естественно, под нашим присмотром. Так что на время проведения приема господин Дюпон хозяин на этой кухне, ясно? Прекрасно, прошу. Прошу вас. А? Да. Только пухни. Виктория Сергеевна, Вик, все образуется. Помиритесь. Да, он уже достал. Я ношусь как дура. А ему все равно надоело. И что, и прямо снайперы будут? Обалдеть. У меня дед снайпером был. О! А вот и наш директор, наша Виктория, наша Сергеевна, да, наш креатив, бюст нашего ресторана. Bonjour. Здравствуйте. Рада видеть вас в нашем ресторане. Merci. Спасибо, merci. Спасибо большое. Ого, на всех языках чешем. Просто не ресторан, лингвистический институт. Институт.
Я хотел обсудить с вами расстановку столов, но, наверное, должен сначала рассмешить вас, чтобы вы не плакали. Такой болтун не остановит. У меня-то в школе просто по-немецки банан был. Банан? Банан. Ладно, я вижу, тут мосты налаживаются уже, по парам разбились. Давайте и мы с вами на пару разобьемся. Пойдемте, я вас брокколи нашим угощу. Такой брокколи готовим. Костя, налей мне выпить. Витя, извините. Это ваш парень? Он что, ревнует? А вам страшно? Ну что вы, я ничего не боюсь. Ну разве что вашу пчелу. Почему? Она ведь такая милая. Да, милая, как и вы. Просто у меня аллергия на пчел. При одном взгляде пчелы я могу раздуться, как воздушный шар. Извините. Так что, если вам не нравятся опухшие французы, это большая трагедия для меня. Какой сердитый. Mon idée de faire un dîner présidentiel dans la pure tradition de la région du Val-de-Loire. Моя идея заключается в том, чтобы сделать президентский ужин в лучших традициях региона долина Луара. Начинать с фуа-гра, желе из белой вина, с черным трюфелем, затем улитки по-бургундски, непременно фламбе, продолжать реструктурированным супом из каракатица и морского гребешка. Au travail. За работу! Oui, chef! La présentation est bonne. Bon, alors, écoutez, on va passer. А что это вы тут такое вкусненькое пробуете, а? Вы себе... Это что такое? Ничего так. Вы себе... Это просто невозможно, что вы себе позволяете. Что вы творите? Нарочно, я такой не ловлю. Это немыслимо. Что ты сердишься, Коля? Ты ж хороший мальчик. Уведите его, пожалуйста. Мне надо полежать. Вот и идите. До свидания. Вот оно, русское оружие. Mes chaussettes, oula, maman va les raccommoder, mettre à la tête. La, 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 la. Papa va se mettre en colère, ce sera ma fête. Oh la 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 la. Et moi je serai privé de dessert, ça ça m'embête. Catastrophe, catastrophe. Я принесу. Фика! En voulant mettre la table, j'ai cassé des assiettes. Фика? Что случилось? Линкор мне в бухту. Русское оружие. Никогда не знаешь, куда попадет. Значит так. Так. Артист. Так. За прием отвечаешь лично. Так. Головой. Слышал? За прием отвечаешь лично. Головой. Дима, все будет в ажуре. Все будет в ажуре, Дима. Он что, пьян? Что вы? Стиль такой, изысканный. Объект 1, объект 2 на подходе. Время прибытия 3 минуты. Thank you.
Витюш, миленький, они здесь уже. Давай, шевели булками, да? Все готово. Давай, давай. Я сам подам. Куда ты поперся-то? Поперся-то куда? Дима, сам? Все под контролем. Я сам все подам. Там еще поджечь надо. Витя. Улитки по-бургундски. Непременно фламбе. С коньком надо. Ты что, нас сейчас прямо здесь положат. Что происходит? Слава богу, все под контролем. А да, я тебе сказал. Да я тебя, Христом Богом. Да пусть! Господи, дурак, а! Опять руки за это! Важный, да что вы творите? Да, с президента в кармане! Да, умоляю, не надо, у меня поджог выглядит, я вас... Я не сопротивляюсь! Руки за голову! Руки за голову! Стоять! Все вы за ваших местах! Ящики поставили на пол, быстро! Лежать, я сказал! Лежать! Лежать! A sense of loss. Кажется, стейки горят. Ведь это конец. Я люблю тебя. Ну, артист, ты мне за этот концерт ответишь. Я твою харчевню закрываю. Будешь чебуреки на вокзале продавать. Чебуреки. Да, как говорил ваш капитан, такую пробоину задницу не заткнешь. Ой. Однополчане, собратья и сосестры, ни для кого не секрет, что мы находимся в глубокой такой, ну, глубоко сидим, ребята. Ни одна колонна скопии не найдет, если захочет. Но есть и хорошие новости. Угу. Нас не расстреляют, да? Я купил ресторан в Париже. Дим, ты серьезно? Это не розыгрыш? Витенька. Я когда-нибудь тебя обманывал? Да. А сейчас не обманываю. Что, Рокфор, ты со мной? Ребята, кто едет в Париж? И все поедут. А? Вы молодцы. Я так думаю, что барменов и официантов мы там наберем. Ну, чтоб по-французски балакали, правильно? Так. Что еще? Сейчас, я на секунду. Вика, ты с нами? Нет. Мне будет не очень комфортно в компании некоторых. Да некоторые и сами не хотят ехать в твоей компании. Милинич, Милинич, возьмите меня с собой. Сюда? Я как-нибудь сам справлюсь, может быть. Не стоит тебе тяжело это поднимать. Нет, я про Париж. А что тебе Париж-то? М? Ты по-французски не волокешь, французского не знаешь. Я знаю. Под луной мой друг Пьеро подарил свое перо. Будем мы стихи писать, песни петь и танцевать. О, как! Разорви меня, Деголь, а? Ладно. Иди, готовься. Спасибо, Дмитрий Ильич. Не понимаю, как ты можешь бросать нас со Степой? Настя, я же тебе говорю, мне Париж, он вот где. Нагиев заставил. На парижанок там не засматривайся. Ты же знаешь, я только тебя люблю, Степу. Жалко, что не успели перед отъездом. Костя, начинай, сейчас я прошу.
Привет. Дик, а вы не осмотрите за вещами и паспорт не подержите? Я хочу за мороженым сходить, боюсь потерять. Давай. Здорово. Ну надо же. Здорово. Кто это вчера кричал с пены у рта, что не поедет? А что, я дурак, что ли, от Парижа отказываться? Тем более, парень, я свободный. А там, понимаешь, город любви, романтика. Красивые парижанки. Ты никуда не поедешь. Поеду. Нет. Расслабься, детка. Я поеду. Посмотрим теперь, как ты уедешь. Это мой паспорт. Ну ты придурок, а. Лев. Я? Лев. Вы? Живо на регистрацию, пошевеливайтесь. Я не хотел. Это что? Мама не отпустила? Ладно, Лёва, занимайся паспортом, я позвоню. Опаздывает. 136-я. Прости. Пока, мелочь. J'ai trouvé l'air conditionné dans l'automobile que j'ai loué. La ceinture de sécurité tant que mon nom l'a donné. J'ai fait un stage. Bonjour, monsieur. Добрый день. Так, куда это мы приехали? А где наш ресторан? Странно. Всем добрый день. Дим, кажется, ты нам не тот адрес дал. Чего это не тот? Вы на набережной? Да, но я никакого ресторана тут не вижу. А ты к речушке обернись. Зачем? А ты обернись, малыш. Ну, тут кроме ржавого корыта ничего нет. Не-не-не-не, Дим, мы так не договаривались. А чё это не договорились-то? Нет, это подстава. Ресторан на воде. Модно. Да это бред! Мы с ребятами на это не подписывались. Все, мы уезжаем. Да ладно, чё ты там гундосишь-то, а? Рычишь, кричишь, усами шевелишь. Давайте, заселитесь и ко мне дуйте, покалякай. Вот это корыто наш ресторан. Буй мне в трюм. Приплыли. Мы завтра улетаем. А сейчас что делаем? Едем в отель. Какая-то проблема? Я могу чем-то помочь? Нет, спасибо, Николя. Мы едем в отель. Понятно, хорошо. Тогда я вас подвезу. Заодно покажу вам Париж. Почему бы и нет? Вика! Поезжайте, я с Николя. Cet instinct qui se noue pour nous rendre assez. Hein? Hey yo, dit à Booba de venir chercher sa prod. Thank you.
О! У меня на флоте каюта лучше была. Надеюсь, тут вид хотя бы хороший. Дэдэ, il a tout compris. Lui, il s'est jamais marié. Фи, а тут видон. Как у тебя в Бирюлево? Так, чурет койка моя. Договорились. Значит, вот это моя. Через 5 минут сбор внизу. Поедем к Нагиеву. Я ждала вас, гусары. Можешь не стараться, мы уезжаем. Ну, это понятно. Гости, дорогие мои. Проходим, размещаемся. Офигеть, вот это хоромы. А что ж ты, Димочка, в наш отель не заселился? Местов не было. Вас разместил, номера кончились. Так расстроился, рыдал здесь, как мальчишка. Ну, Викуся, с цветами, как в больницу. Спасибо. А мы все с Витенькой припираемся, уезжаю, говорит, по березам скучаю. А как же наш ресторан? Нет никакого ресторана. Почему ты нам сразу не сказал, что купил какой-то ржавый корыто? Уберем бубенчики. Если бы я тебе сразу сказал, ты полетел? Полетел бы. Че сидим, хомяк? Разливай. А, да. Я смотрю, ты хорошо проводишь время. А это тебя не касается. За любовь. Давайте поднимем бокалы, выпьем, закусим, но не наедаемся, ибо сегодня мы идем в один из самых фешенебельных ресторанов Парижа. Внимание, 3 звезды Мишлена. Какой еще ресторан? Виктор. Я не пойду, это без меня. Всем спасибо. Встреча в верхах окончена. Ибо барин не идет, никто не идет. Сосем лапу. Шеф, давайте пойдем. Хочется посмотреть на крутой ресторан. Шеф, ну пожалуйста, а? Давайте сходим. Нет. Чего ты кочевряжешься-то, а? Усами шевелишь. Тебя же люди просят. Твоя команда родненькая. Чего ты испугался, а? Этого поваришки из 3-звездочного ресторана может подумать. К тому же его там не будет. Да, я узнавал. Хотел, ну, просто, чтобы он показал нам свой там вялый мастер-класс. Ну, ладно. Merci, шеф. Спасибо, шеф. Умница, мудрец. Спасибо, шеф. Но завтра мы все равно уедем. Господи, едешь, едешь. Да кто там гадит посреди Парижа, а? Офигеть. Здесь даже пульт от унитаза есть. Вылезай оттуда, воняло. Comme une orange, j'aurais voulu revoir grand-père pour qu'il me raconte une belle histoire. J'aurais voulu revoir grand-père, y'a plus de lumière, je suis dans le noir. Victoria. А я чё прилип, как банный лист? Добрый вечер. Добрый вечер. Как дела? Хорошо. У меня к вам предложение. Я не могу позволить, чтобы вы провели этот вечер без меня. Тогда присоединяйтесь к нам. Я могу вас угостить гораздо лучше, чем в этом знаменитом ресторане. Мы с Николя поужинаем в другом месте. Как хочешь. Вы великолепно выглядите. Спасибо. Я тебе очень прошу, не наделай глупостей. Стараюсь. Жерар, на сегодня вы свободны. Thank you. Ну чё, братцы, Париж, чистота, порядок. Я какашку нашел. Чё стоим? Колбасы мои прованские. Готовы к гастрономическому оргазму? Прошу. Bonsoir. Добрый вечер. У вас заказан столик? Не знаю, как насчет оргазма, но гастрономическую эрекцию я уже ощущаю. Trying to hold back and feeling for so long. And if you feel like I feel, baby,
Bonsoir. Приятного вечера. Вкусно, парни. Все это нам придется похоронить, когда мы откроем наш ресторан. Все продумал. Будем продвигать русскую кухню. А какую еще, парни? Мы же русские. Русские. Дим, мы не будем работать на твоей лодке. Даже не тюш. Добрый вечер. Вы готовы сделать заказ? Ну, мы пока не выбрали, но вы можете принести нам бутылку красного вина. Какое вино вы предпочитаете? Самое дорогое. Мне кажется, наш друг его заслужил. Что ты ему, бедолаге, сказал? А что ты самый популярный артист у нас в стране? Нафига? Здесь очень красиво. Спасибо. Большое спасибо. Присаживайтесь. Спасибо. Чё ты кочевряжешься, да? Я уже седьмую бутылку в тебя вливаю. Я говорю, мы такой ресторан здесь забабахаем. Под шаманем его шурмуром. Да поймите. Ты же обещал, что его не будет. Мне сказали, не будет. По-французски не бельмес, они мне не будет. Надо же. Неожиданности. И давно ты в Париже, Виктор? Мог бы сообщить? Не считай нужным. Может быть, представишь меня своим друзьям? Хорошо, я сам представлюсь. Петр Аркадьевич Баринов. Шеф-повар этого скромного ресторана и отец этого милого, вежливого человека. Большое спасибо, Петр Аркадьевич. Все было в вашем стиле. Идеальный баланс. Не очень вкусно, но очень дорого. Как-то тихо. Вам не кажется, что не хватает музыки? Таким способом вы, наверное, покорили не одну девушку? Нет, все это я приготовил специально для вас. Я слышал, у тебя произошла очередная неприятность. А это уж точно не твое дело. Безусловно. Но я хочу, чтобы ты знал, если тебе нужна помощь, я всегда готов протянуть тебе руку. Да я лучше хот-доги в сосисочной буду жарить, чем к тебе обращусь. Вообще-то хот-доги у тебя получались всегда лучше всего. Можешь не надеяться. Мы открываем ресторан здесь, в Париже. На корабле. Прямо на воде. На Пемзе, на Темзе. Ресторан на корабле? Ну а что, может быть, лучше для такого респектабельного места, чем легкая качка и тонкий запах тины? Поздравляю. Послушай. Да что здесь происходит? Вы знаете, сколько стоит этот костюм? Как это понимать? Спасибо. Подождите-ка. Раз, два, три. Я хочу, чтобы вы окунулись в романтику Франции. Ё-моё, а я тебе говорю, что здесь охренительно. Никакая там Турция. Ты посмотри, какая красота, Париж. Да, Париж. Ты нахрен Париж, я опять ногу натерла. Алло. А, лысый, здорово. Надо мыться. Простите. Ой, прошу прощения. Я дам вам салфетку. Ничего, давайте лучше выпьем шампанского. Сюда.
Может, лучше винограда? Мам, смотри, привидение. Ну, что-то как девочка-то. Я не знал, что так сложно у вас. Сложнее, чем ты думаешь. Лет 5 назад, когда я увольнялся из ресторана тут одного в Париже. Когда тебя турнули за... Неважно. Ну, да. Я обратился к нему за помощью, он меня послал, даже не выслушал. Ах ты. Значит, он нам не поможет в раскрутке. Ты для этого меня сюда пригласил? Прими, жизнь. Ладно, сами справимся. Черты разинули. Давайте спать, завтра рано вставать. Мы ресторан вообще-то открываем. Это что такое? Шеф, это на память. Живо положи на место. Простите. Вы забыли оплатить счет. Чего зайка хочет? Счет. Ну, счет. Виз. А что это? Я на улице. Это здесь может быть, что хлеба-то так много. Вить, ты уверен? Работаем, кунсткамера. Простите, я пришла устраиваться официантом. Где проходит собеседование? Париж. Русские идут. Подождите! Подождите! Мужская традиция. Как говорил наш капитан, корабль как баба. И шампанского ничего не получится. Федь, а ты где ты шампанское взял? В ящичке возле бара. Ты дурак? Оно 3 штуки евро за бутылку стоит. Отдай! Отдай, сволочь! Женщина, прости, отдай! Одноклеточный, внимание! Лёва опять профукал свой паспорт. А мне нужен пастух, который будет заниматься организацией вашей работы. Короче говоря, наш новый су-шеф Бальтазар Бартоломю. А, чё? Bonjour. Здрасте.
Алези, Бальтазар. Бальтазар, пойдем, я покажу, где у нас склад. Что-то против имеешь, дылда? Здрасте, коллега. Тут никто не будет смеяться над Бальтазаром. Переводи. Ну что, Виктория Сергеевна, остались мелочи? Да. Столики в этой зоне начнутся отсюда. Посуду сегодня привезут. Две смены официантов я уже набрала. Декор мы еще поправим. Я решила обойтись без хохламы. По-русски, но без перегиба. Так что к завтрашнему открытию мы готовы. Итак, у нас появились салаты из камчатского краба с подмоченными томатами, огурцами и папайей в имбирном соусе. Подкопченный таймень в соусе из морских гребешков и тыквы. Окрошка на кефире. Стерлядь, завороженная в икорном соусе. Так что меню готово. Я прям волнуюсь. У нас там больше половины столиков зарезервировано. Не переживай, Монами. Папочка всех накормит. Никого. Сама ничего не пойму. Добрый вечер. Здравствуйте, дамы и господа. Добро пожаловать в «Аврору». Ресторан русской кухни. Ну, ребят, если вы участвуете в конкурсе на самое оригинальное приветствие гостей, похоже, вы вырвались вперед. Да. Экстравагантность – наш конек. Познакомься, Виктор, это моя супруга Мария. Что, Петр Аркадьевич, на старости лет на экзотику потянуло? Нет. Это меня на экзотику потянуло. Да, Петь? Дурачок ты, дурачок. Маша училась в Москве в Лумумбе. Вы не подумайте, я против вас ничего не имею, мама. Ну, я вижу, у тебя здесь аншлаг. Просто не пускаем всякий сброд. Телевизор, как я понимаю, вы не смотрите, газет вы не читаете. Более 30 машин было сожжено в ходе этих беспорядков. Власти призывают воздержаться от посещения 4, 5 и 13 районов Парижа, охваченных стихийными акциями протеста. Полагаешь, что ни один нормальный человек к вам сегодня не придет? Ну да, пока только ненормальные пришли. Мадемуазель, мы бронировали столик на четверых, еще будет мой друг. А у тебя еще есть друзья? Учти, вымышленных мы кормить не будем. Это Филипп Буало. И любой уважающий себя повар слышал это имя. Все время забываю, что я с тобой разговариваю. Софи, проводите гостей к их столику. Прошу вас. Мерси. Мерси. Витя, к нам придет Филипп Буало. Один из самых знаменитых французских критиков. Папаша в своем репертуаре. Федя, а? У тебя все нормально? Да. Как говорил наш капитан. Слышь, ты, моряк, у тебя морда зеленее, чем салат из зелени. И что это? Я перебрал просто вчера. Сейчас таблеточку выпью. Все нормально. Чего встал? Топал встал. Стерлядь сама давай. Себя приготовит. А? Али, давай работай. Давай работай. Что ж ты наделал-то? Фашист. Последняя таблетка. О-ла-ла. Это уже таблетки от морской болезни. Слушай, а ты ничего не хочешь рассказать, морячок? Я не морячок. Я сел на судно до Кубы. Всю дорогу рыб кормил за бортом.
Потом застрял в Гаване, собирал билет на самолет. 2 года в порту работал. Сень, Лыжечка, мне так плохо. Федь, подожди, вы же можете лимончику пожевать. А! Не надо, убери, еще хуже становится. Ну вот мы и пришли. Здравствуйте. Bonsoir. Добро пожаловать в наш ресторан. Виктория, познакомьтесь, это моя бабушка Елена. О, какая хорошенькая. Обнимемся? Ах, какая красотуля. Очень приятно. Ты мне не рассказывал, что она такая лапочка. Я очень рада с вами познакомиться. Пойдемте, я провожу вас к вашему столику. Спасибо. Ну, что я могу поделать? Николя, спасибо, что поддержали нас. Как же я мог пропустить такое событие? Стартер, комплимент от шефа, 3 позиции. Макс, там к Вике опять этот французишка приперся. Костя, мне пофигу. Мне вообще не трогает то, что там у Вики. Плевать, она не хотела сейфиру башню. Спасибо. Комплимент от шефа. Вот Филипп пришел. Тащи 4-ю порцию, он будет сейчас оценивать твой ресторан. Здравствуйте, мсье. Соус сразу в меня плеснете или позволите попробовать? Филипп, как дела? Сюда. Ничего. Садитесь. Рад видеть. Копченый таймень в соусе из морского гребешка и тыквы, а на десерт – блинчики с клюквенным муссом. Да, хорошо. Заказ для критика. Витя, займись лично. Забирай. Вот, для твоего французика. Тоже, наверное, лично отнесешь. А чем, кстати, только бабулю притащу? Надо было всю семью на смотрины пригласить. Вдруг ты его собаке не понравишься. Виктория Сергеевна, скажите, а вам нравится все французское? Вино, кухня, мужчины. Прости, не хотел. Витя, срочно переделывай блюдо. Это что такое? Лавров зачем-то добавил в него банан. Как же меня достали ваши мексиканские страсти! Сколько у меня времени? Месье Балу спросил, в каком веке ему подадут горячее. Уродское уродство! Готово. Забирай.
Я этого не заказывал. Я заказал тайменя. Как? Наверное, официанты напутали. Вы сказали таймень, а они услышали котлета. Попросите капитана пристать, я хочу сойти на берег. Это невозможно. У нас нет разрешения причаливать, где мы захотим. О, Господи, тогда несите десерт. Боюсь, 2 часов им не хватит. Тогда проследите, чтобы мне принесли блины с клюквенным муссом, а не баранью ногу с картошкой. Прости. Макс, я не хочу с тобой разговаривать. Я понимаю. Просто хочу, чтобы ты знала, что я не специально. Просто мне неприятно видеть тебя с этим. Макс, к чему все это? Не знаю. Николя! Не хотел вам мешать. Вы нисколько не помешали. Просто у нас был тяжелый день. Тогда, может, есть смысл развеяться? Как насчет оперы? Почему бы и нет? Правда? Да. Вы пойдете со мной на оперу? Хорошо. Супер. Спасибо. Максим, мы летим! Да, Вика, но куда мы летим? Я не знаю, куда ты, а я к Николя. Рецензия от Филиппа Буало. Шеф, ну не томите, мы же не фасоль, ну. Недавно мне посчастливилось побывать в новом русском ресторане «Аврора», и, признаться, давно я не испытывал таких ярких впечатлений. Сначала меня порадовали 2-часовым ожиданием моего заказа. Затем удивили, принесли совершенно не то, что я просил. Поэтому мне пришлось съесть ординарные телячьи котлеты, хоть и рубленные каким-то известным русским пожарским. Из всего остального можно отметить десерт, который каким-то чудом получился приличным. А? И прекрасный вид на набережную, к которому шеф-повар «Аврора», слава богу, не имеет никакого отношения. Мне надо выпить. Продолжаются переговоры по строительству Северного потока через территорию Франции. В ближайшее время президент России посетит Париж с трехдневным визитом. Вить, не нагнетай. Мы справимся. Ну да, открытие получилось сколканным, это рецензия. Но это еще не конец. Вот наш конец. Еще неделя без гостей, и можно закрываться. Еще 150. Алло, полиция? Здравствуйте. Колбасочки? О, нет, merci, je suis végétarienne. Oui. А? Что она сказала? А, он вегетарианец, как твой Настя. О-ля-ля!
Этот корабль – частная собственность. Не надо тут стоять. А набережная общая. Иди домой, дорогуша. Вы отпугиваете гостей. Пошла там, сам! Ты не хочешь, чтобы мы тут стояли? Хорошо, мы посидим у вас в ресторане. Уходите отсюда. Это что за бардак? Опять девочки клиента не поделили. Это их сутенер. Эти поляки вообще обнаглели. Вы что творите? Макс! Ты куда полез? Тебя это касалось? Нас могут депортировать, между прочим. Я люблю тебя. Просто, как всегда, умудрился все испортить. Мы оба виноваты. Как думаешь, нам не поздно начать все сначала? Русские, вы свободны. Виктория, как вы? Мне очень жаль, это такое глупое недоразумение. Я приехал, как только узнал. Куда они все взялись? Электричка из Леона пришла? Нет, я их сюда всех пригласил. Это, ну, так сказать, мои товарищи. Так они что, все из этих? Из ваших, что ли? 100 заднеприводных на одном корабле, но мы в открытом море? Реке. Какая разница? Бежать-то все равно некуда. А что они к нам приперлись? Я им всем сказать, что наш шеф гей. У нас полный зал! Работать об рубки! Две окрошки, перепел в сливочном соусе, рагу из кабана. Витя, поднимись на верхнюю палубу, тебя гости спрашивают. Внимание, друзья! А вот и наш шеф-повар, Виктор Баринов. Да здравствует Россия! Ну, кто сказал, что понедельник день тяжелый? Какие милые люди! Шеф, не хочу вас расстраивать, но они все не просто так сюда пришли. Шеф, они на самом деле того, ну, побратимы Луи, его братья по духу. Шеф, это Луи их сюда заманил. Он сказал, что вы тоже сладенький. Благодаря Луи мы теперь будем рестораном для секс-меньшинств.
Я хотеть как лучше. Les Russes? Ah oui, c'est pour une péniche. Ils mangent ce qui est très classique. Récemment à l'Aurora, c'est formidable. Hein. L'ambiance incroyable. Très bonne cuisine. Tu es à l'Aurora, c'est un nouveau resto qui arrive. Parce qu'il faut absolument qu'il y aille. Ça peut. Абсолютно новое модное место, стремительно набирающее популярность у парижской богемы. Как тебе? Добрый день. Добрый день. Вы совсем перестали уделять мне внимание. Я соскучился по вашей улыбке. Много работы. Сами видите, дела у нас идут. Понятно, понятно. У меня есть для вас подарок. Какое красивое. Но я не могу это принять. Это не от меня. Это от моей бабушки. Вы ей очень понравились. Она приглашает вас на свой день рождения. Вы придете? Николя, мы можем поговорить позже. Мне надо идти. Вить, опять ты пьешь. Да, что? Мне есть что праздновать. Мы процветаем. Allons enfants de la patrie, le jour. Vous êtes des nouveaux mariés, vous allez avoir des beaux enfants. Что наряд-то? C'est fertile, vous allez avoir des enfants. Вам сказали, что сначала есть в этом ресторан котлета, потом сидеть на унитазе. Ксения, за мной. Что орёшь-то? А? Что орёшь такое? Что ты про наш ресторан там сказал? А? Что, а? Я не понял ни хрена. Почему си? Да что он нам сделает? Каштаны что своим закидает? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Зря они с ним связались. С арабами шутки плохи. Вы так и не ответили мне. Я вас чем-то обидел? Ничего, все нормально. Сегодня был очень тяжелый день. Наверное, я просто устала. Ну что ж, тогда до завтра. До завтра. Виктория Сергеевна, составишь мне компанию? Просто в сумке завалялась. А, ну понятно. Завалялась. О, сушка! All on them day, I said rock. What
to the river. It was boiling and run to the sea. It was boiling and run to the sea. It was boiling all on them day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me pray? I'm gonna be risky. Life is so like a party. Извините, можно спросить? Что вы делаете в моем номере? Это мой номер. Это же 501-й? Разве нет? Нет. Это 601-й. А вот сейчас вы в 501-м. Костян, открывай. Я хочу вещи забрать. Мы с Викой в другой номер переезжаем. Ладно. Я, пожалуй, попозже зайду. Моному. Костя. Ты в совершенстве владеешь французским. Еще лучше я владею французским. Паунслуем. Подожди. Думаешь, я не зря приехала на такое короткое время. А? Билеты все-таки не дешевые. Значит, у нас осталось 6 часов. А? Так что хорош болтать. Займемся делом. Смотри, как мило. Как людям удается пронести свою любовь через всю жизнь. Не знаю. Спроси меня об этом лет через 50. Я же тебе 100 раз говорил, мне не нравятся прогулки у воды. Ты хочешь, чтобы я сдох? Ты испоганила мне всю жизнь. Заткнись, старый хрыч, иначе я утоплю тебя в реке. Прямо в этой вонючей речке утопишь? Прекрасно. Да, Витя, нам нужно увеличить порцию вареников. У нас все-таки русский ресторан. А то у нас сейчас всего 3 в порции. Свершилось! Бойцы мои, я говорил, что мы станем большим, модным, современным рестораном. Про нас судачит весь Париж, и Тюлень не верил. Тюлень, ты ведь не верил. Ты не верил в нас. Ребята, у меня для вас хорошая новость и хорошая новость. Завтра в нашем ресторане состоится ужин между президентами России и Франции. Это дежавю какой-то. Опять? В этот раз мы не можем облажаться. Это наш шанс. Шанс вернуться домой живыми. А все почему? Потому что кое-кто встречается с кем надо. С Колей встречается. Ну, для кого Коля, а для кого и Николя. Молодец, Виктория. Умница. Он ждет тебя, кстати, там, в зале. Красивый. Пахнет, ребята, лавандой.
Не то, что мы, старый севрюгой. Дмитрий Владимирович, я не встречаюсь с Николя. Тем более, что мы с Максом снова вместе. О! О, как, а? Значит, я сейчас ехал с Колей, он мне все уши про тебя прожужжал, насколько я понял. Мерды, Виктория, а? Че я ему скажу? Что ты опять с этим, а? Давайте-ка вы отложите, так сказать, свое воссоединение. А? Ну, наврешь чего-нибудь. Коле, так и так. Мол, перенесете свадьбу. К тому же вы уже один раз переносили. Давайте еще разок, а? Переносили? Мы ничего не переносили. Здрасте. Дядя дурак, дядя не дурак. Твой женишок подходил к нам с Витей, подходил, еще в фартуке рыдал, еле отстирали. Просил перенести свадьбу. Ты говорил, Виктория просит перенести свадьбу. Так, мы только поэтому тогда на президентов согласились. Вик, на самом деле все не так было. Просто в тот момент я был не уверен, и сейчас я уверен, и... Дмитрий Владимирович, не беспокойтесь. Ужин президентов состоится. Вик, подожди. Давай поговорим. Вик, ну, стой! Ну, Вик, подожди, ну, постой! Such is life. Tina Caribo on the bongo. The flower's good in your hair. Вика! Вик, ты почему трубку не берешь? Подожди. Давай поговорим. Дима, не беспокойся. Все будет на высшем уровне. Я тебе это гарантирую. Президенты, черт, с аквалангом, что ли, нырять будут? В классе восьмом нас заставляли учить в советской литературе отрывок «Мама, мама, я помню руки твои с того самого мгновения, как я стал ощущать себя на свете». Так совсем как в детстве, знаешь, как дали по носу, бежим к маме. «Маша, какого слабака мы с тобой воспитали! Честно говоря, даже не знаю, в кого он такой». Все, я пошел. Постой, поговорить надо. О чем? О том, что ты все время суешь нос в мою жизнь. Вставляешь мне палки в колеса, подсылаешь своих халуев, которые потом плюют мне в душу. То есть ты хочешь сказать, что я причина всех твоих бед? Давай разберемся. Ну, начнем вот с этого, с критика, которого ты халуем называешь. Нет, Филипп. Послушай, Филипп, он хороший парень, старательный. Пожалуйста, приди к нему на открытие, напиши статью. Чтобы он еще раз окатил меня супом? Спасибо. Ради нашей дружбы, Филипп. Спасибо большое. Пожалуйста. Ты хоть читал его статью? Какая-то ординарная котлета. Каким-то чудом не испортили десерт. Вик, то, что он съел твое блюдо, это уже достижение. Правда. 10 лет он ходит только в мишленовские рестораны, и все знают об этом. Ну, а с десертом вообще победа. Последние 3 года никого не хвалит. Обвини меня еще в том, что я посоветовал ей пригласить его дружков. И Аврора стала модным местом. Ох, Агузек, Агузек, я все время бросал тебя в воду только для того, чтобы ты научился плавать. Если бы тогда, 5 лет назад, я взял тебя к себе, ты бы не вернулся в Россию. И не поставил бы на ноги лучший ресторан в Москве. Лучший?
Чего молчишь? Да вот думаю. Да? Да. Интересно, как мне должно помочь то, что ты утопил мой корабль? В каком смысле? Ты утопил корабль? Ты неисправим, Агузин. Мне нужны продукты и посуда. Поможешь? Вот наш новый ресторан. Месье Рене любезно согласился предоставить нам свое судно, узнав, что русско-французская дружба под вопросом. Да здравствует Франция! Да здравствует Россия! Витя, ты вообще представляешь, как это будет выглядеть? Как мы пригласим сюда президентов? Нормально будет выглядеть. Тем более, что они точно не знают, как выглядел наш ресторан. Ведь тут ничего нет. Ага. Ни плит, ни столов, ни продуктов, ничего. Хватит ныть, девочки. Насчет продуктов и посуды я договорился. На все остальное у нас целых 3 часа. Мы справимся. Это вы? И что они здесь делают? Qu'est-ce qu'ils font là? Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Не беспокойтесь, у нас все под контролем. Подождите, подождите, под каким контролем? Attendez, quel contrôle? Vous voulez briser la négociation, c'est ça? Вы хотите сорвать переговоры? Виктория, Виктория, что с кораблем? Это долго объяснять. Прошу, не выдавайте нас. Это что и есть ваш знаменитый русский ресторан? Oui. C'est que ici à Paris, l'aspect et la taille du restaurant n'est pas un signe de qualité. Дело все в том, что у нас в Париже размер ресторана и его внешний вид не являются признаками качества. Главное – еда. Любите вы французы мельчить. Машины маленькие, рестораны маленькие. Не приводи. Для этого кутеришки достаточно одной собаки. Проверяйте. Остальные свободны. Мадам президент, президент России. Добрый день. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir pratiquement sans escorte. Спасибо, что согласились приехать практически без охраны. Поверьте, моей компании охрана вам не нужна. Поймо, а вы к маму нам отпали за диско. О, Аврора. Хорошее название. Но главное, чтобы не бабахнуло. Après vous. Merci. Наконец-то. Быстро! Почему так долго? Что случилось? Все, что могло случиться, случилось! Виктория? Виктория, теперь нам пора отправляться. Ой-ой. Шеф, отправляйтесь. Сервировка есть, остальное мы найдем. По пути катера полно мостов. С одного из них мы и спустим вам продукты. А тарелки, посуда? А есть они чем будут? Вот. Вот. Сень, ты глаза-то разуй. Аврора, все у нас через курдюк. Sous votre respect, monsieur le président, je ne suis pas convaincu. При всем моем уважении, господин президент, вы меня не убедили. Возможно, это переводчик не смог донести до вас мою позицию. Поверьте, все меняется. Я тоже еще месяц тому назад не знал, что буду говорить по-французски. Добрый вечер. Bonsoir.
Мы рады видеть вас в нашем ресторане. Мы сами рады вас видеть в нашем ресторане. Ну, чем будете угощать, так сказать, способствовать переговорам? Прежде чем представить наше меню, я хотел бы сказать пару слов о культуре русской кухни. Да, пожалуйста. Русская кулинарная традиция уходит своими корнями в глубокую древность. Извините, а вы не скажете, где здесь можно купить мясо? Мясо, мясо, корова, свинина, баранина. Ну, рыба, рыба. Рыба. Что творится с французами? Нация деградирует. Зай, ты видел? Вообще беспредел. Я же тебе говорил, надо в Турцию было ехать. Там же все включено. Были известны такие некогда ритуальные блюда, как... Или вы депля де режине ритуэль, ком... Кабачковая икра. Кавьер де куржет. Она появится позже. Сосератар. А до той поры были каша, блины. Вы кто? Что значит кто? Я ваш новый шеф. Новый шеф? Да. А я? А вы уволены. Разбирайтесь с хозяином. Мне нужен пакет. Мужики, я бухло достал. У меня мясо, рыба, овощи. А вот даже не поверите, дынь купила узбека. Я кастрюли, сковородки. Все, достали? Да. Отлично. Вот они. У нас очень мало времени. Верчик. У нас штопора нет. Выкручивайся. Можно вас на минутку? Дед Николя, сейчас не самое подходящее время для разговора. Мне надо помыть овощи. Вы бы не могли налить мне два бокала вина? Простите, два бокала вина. Два бокала. Нет, мне нужно два бокала. Один, два. Два бокала вина. Два. Мне и... Вот. Ну да. Это для Виктории. Шерсть для фам. Подожди. Алло. Макс. Тут Николя собирается сделать предложение Вики. Костян, а для чего? Чтобы жениться и вообще возненавидеть друг друга. Ты чё? А если она любовь всей твоей жизни, и ты не встретишь больше никого? Ничего. Как-нибудь обойдусь без смены подгузников и бессонных ночей. Макс, какие подгузники? Ты чё? Да я за то, как малой смеется, я готов все что угодно отдать. Понял? Ты даже не представляешь, чего ты хочешь себя лишить, Макс. Ну не сплю я по ночам с момента рождения ребенка. Настя мне указывает, как себя вести, что делать. Pas le bonheur, moi je vivais d'amour. Aujourd'hui je n'ai plus l'âme sœur. J'écoute ma douleur et le silence est lourd. Les secondes sont des heures.
Я же говорил, суп, который мы днем ели, подгулял. Сэр Лукашенко, как же он там ди? Это был самый смешной анекдот про Лукашенко, который я слышал. Прошу прощения. Уха из осетра по старокупечески. Суп дистёжа, фасон купечески. Выглядит чудесно. Приятного аппетита, господа президенты. Спасибо. Прошу. Николя, что за таинственность? Виктория. Виктория. Взять вы восхитительная женщина. Когда я увидел вас на набережной, я это почувствовал. Будь моей женой. Главное все правильно рассчитать. Буду с вами откровенна. Я пока не услышала решающего аргумента. Вика, прости меня. Я знаю, ты слышала это 100 раз. Даже не представляешь, как я жалею о том, что разрушил счастье, которое было так близко. И я не обещаю, что у нас будет все гладко. Я, наверное, всегда буду бесить тебя своей беспечностью. Ты будешь сводить с ума меня своими придирками. Но я буду стараться стать лучше для тебя, клянусь. Главное, что я люблю тебя. Я знаю, что ты любишь меня. Вик, выходи за меня. Ну вот видите, все же в порядке. Командир, а кто за рулем? За рулем! Кто? Помощник. Лысый! А вы переживали. Но если это решающий аргумент, то я согласна. Я согласна. Этого больше не повторится. И виновные будут наказаны. Это те же люди, что испортили нам прием в Москве. Я знаю. Они нам очень помогли. Поэтому сделайте так, чтобы у них все было хорошо. Совсем хорошо? Да, совсем. Есть. Шеф! Я вас умоляю, только недолго, но очень домой хочется. Ну? Ах да, вот это ведь твое. Спасибо. О, какие у тебя гости. Ты уверен, что остаться не хочешь?
Мне на покой скоро, надо кому-то дела передавать. Нет, пап. Ты же меня всегда бросал в воду. Теперь я плавать умею. Тогда удачи. Если нужен будет старый ворчливый повар, ты знаешь, где его найти. Спасибо. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Running down to the mid-tide, taking away to the